Всем привет! Вы смотрите. Второй раз снимаю это вступление. Я решил, что если вам это видео третий раз снимаю это вступление, наверное, самое правильное сказать в этом вступлении. У меня вчера было плохое настроение. Это означает, что у меня желание пропадает иногда вообще снимать видео для своего канала. Не потому, что у вас плохие такие комментарии, или вы ставите дизлайк моим видео, а потому, что просто плохое настроение. Видео будет про завтрак. И несмотря на то, что у меня иногда бывает плохое настроение, мне это не останавливает, в принципе, снимать в дальнейшем какие-то видео для своего канала. Мне нужно разогреть вот эту вот кашу. Теперь разогревается эта каша. Пока я разогреваю кашу, дополнительно еще приготовлю тут сыр. Масло буду использовать, салтисон и одно яйцо уже сваренное. Вот, уже кипит. Вот. Пусть еще покипит. Ну вот, эту часть я подготовил. Яйцо, сыр, хлеб с маслом и салтисон. Вот. А вот эту кашу я заканчиваю разогревать, потому что она конкретно разогрета. Вот. Включаю. Ну вот, кашу выложил, положил сахара, масло. Ну и теперь надо идти наверх и кушать. Снова с вами я, то есть уже по другим ракурсам. Ну что ж, начну сначала кашу есть, потом уже все остальное. Ну что, кашу я закончил есть, и теперь продолжу остальное кушать. Ну что, я почти заканчиваю, но уже плотненько уже поел. Надо пойти сделать кофе. Ну что, кофе я сделал себе, дополнительно взял себе творог со сметаной и вот такие вот сухарики. И на этом видео можно закончить.